была на тотальном диктанте, который проходит в этом году в 15-й раз. Меня зовут Драненко Юлия Дмитриевна, я преподаватель кафедры русской филологии и методики преподавания русского языка Оренбургского государственного университета. В этом году диктант проходит почти в 1000 городов России и мира, а также в горах Кавказа, на полярных станциях в Антарктиде и на Международной космической станции. И мы рады, что вы тоже присоединились к нам. Новосибирский государственный университет – это родина тотального диктанта, и именно в нем находится экспертный центр проекта, который готовит текст и разрабатывает комментарии к тексту. Значит, и порядок проведения диктанта у нас будет следующим. Сначала мы посмотрим видео с обращением организаторов акции, затем все вместе заполним бланки. Пожалуйста, не делайте этого сейчас. Повторим правила, которые понадобятся для диктанта. Послушаем также приветствие автора тотального диктанта Гузель Яхиной и услышим с вами текст в авторском исполнении. Затем мы записываем текст под диктовку. Далее проверяем диктант самостоятельно. Затем снова слушаем текст в авторском исполнении и сдаем работу на проверку. И узнаем, где посмотреть результаты, получить консультацию филолога и где наградят отличников. Итак, предоставляем слово организаторам тотального диктанта. Здравствуйте! Вы смотрите «Хобарды»? Уже совсем скоро начнется юбилейный 15-й тотальный диктант. Как заявляют организаторы, мы вам в 15-й раз повторяем. Несколько недель назад организаторы предприняли тотальное путешествие из исторической столицы диктанта Новосибирска в областную Владивосток.